На моем примере, как лучше обучаться маркетингу, где, как это делать, очень просто. Я одно время работал на нелюбимой работе. То есть я ходил в офис с 8 до 18, я сидел, продавал, занимался тендерами в нефтяной сфере, так как я нефтяник по образованию, геофизик. Я ненавидел эту работу, я терпеть не мог этих людей, которые звонят, я должен звонить. Причем я звонил от механика до лица принимающего решения, потом ездил на этот завод, пытался продать эти трубопроводы. Я ненавидел свою работу, и я на самом деле однажды просто послушал совет своего друга и написал резюме SMM-щика. То есть я придумал на самом деле все эти кейсы, мне их не было. Мне просто очень хотелось попробовать себя в рекламе. И меня ребята тут же пригласили в тот же день, сказали: «Макс, нам нужен помощник, потому что мы занимаемся продвижением крупных концертов, и нам нужен SMM-щик, мы тебя обучим, мы тебя с нуля поднимем, главное, чтобы у тебя было желание». Я к ним пришел, я загорелся просто, у меня было дикое желание всему этому научиться, потому что это было очень круто, очень меня взбудоражило, и у меня было ощущение, как будто бы я достучался до какого-то знания, которая изменит всю мою жизнь. И я сказал ребятам: «Ребят, я готов здесь ночевать просто, я готов здесь ночевать, просто обучите меня, как вы это делаете, как вы собираете 10-тысячные залы, используя вообще минимальные бюджеты». И 3 месяца я реально там просто ночевал. То есть я смотрел, как ребята настраивают рекламу, как они делают креативы, какой они текст пишут, какие они баннеры используют, какие серые, черные методы они используют, чтобы продвигать, скажем, гигантские крупные концерты артистов Black Star, Тимати, Гуфа, Эльвана, Басты и остальных известных артистов. И, соответственно, таким образом, погрузившись в эту атмосферу, я научился. Потому что мало просто читать, нужна практика. То есть если ты что-то прочитал и никак это не используешь, это бессмысленное знание. То же самое, как учиться плавать по YouTube. Ты смотришь, как люди плавают, но ты никак это не применяешь в жизни. Соответственно, отвечая на твой вопрос, как и где научиться лучше всего, обучение должно идти совместно с практикой. И не важно, что это будет твой друг, это будет онлайн-школа, это будет, не знаю, там какой-то вебинар с заданиями, либо ты устроишься в рекламное агентство помощником.